7 и 8 октября в Наукограде Кольцово начала свою работу уникальная двухдневная площадка открытых коммуникаций OpenBio. Это комплекс мероприятий, посвященных рождению и коммерциализации научных идей в сфере биотехнологий. Наша съемочная группа побывала на первом дне форума. Площадка OpenBio выросла из научной конференции молодых ученых, молекулярных биологов, вирусологов и биотехнологов. Постепенно к ней добавились другие блоки. И сегодня мероприятие превратилось в дискуссионную площадку международного уровня. Компании типа Сколково, технопарков, бизнес-инкубаторов служат тому, чтобы наука прирастала бизнесом. Мы обсуждаем проблемы, возможности, наше будущее, с одной стороны. С другой стороны, у нас здесь создан кластер биофармацевтический, он как бы проявил себя. Поэтому для нас важно обсудить между собой и показать нашему бизнесу и научному сообществу, как кластер будет развиваться. Участники форума уверены, создание такой площадки коммуникаций жизненно необходимо Сибири, где сосредоточено много фармакомпаний. В первую очередь, такие мероприятия необходимы для того, чтобы компании, работающие в одной сфере, мы все работаем в сфере наукоемкой, в сфере, которая требует разработок, специалистов и тесного общения в том числе. Такие площадки, на мой взгляд, нужны именно для того, чтобы мы могли общаться, встречаться, реализовывать какие-то совместные проекты, обмениваться знаниями и информацией. Третье направление площадки – движение науки в массы. Выставки компаний, фотографий, роботов и инсталляций. Все для того, чтобы еще раз обратить внимание. Научная деятельность может быть увлекательной и интересной. Ольга Русальская, Алексей Мезин, Академ ТВ.